Крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах нашей страны. Это срочная задача, стоящая перед правительством. В первую очередь нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его еще нет. Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан. В Казахстане насчитывается более 5000 сельских школ. В 65% этих школ скорость интернета соответствует установленным требованиям, по данным Министерства просвещения Республики Казахстан. Наш спецпроект продолжает проверку учебных заведений. Напомню, срочные задачи по цифровизации сельских школ перед правительством поставил глава государства. К 2027 году все школы страны должны оснастить скоростным интернетом и современными технологиями. На этот раз мы прибыли в Североказахстанскую область, село Бесколь. Этот выпуск мы посвятим новой школе номер 3. Меня зовут Тамирис Белял, и это программа «Digital Школа». Ученики также приходят уже как бы, ну, с настроением таким. И сам ты заходишь в школу, у тебя уже настроение поднимается, настраиваешься на рабочий лад, на позитивной ноте. Все 45 мы можем прочесть в электронном формате. Круто, весело, интересно. Круто, весело, интересно. Как и наш выпуск. Нормально. Село Бесколь расположено в 10 минутах езды от Петропавловска. Сейчас в населенном пункте проживает больше 10 тысяч человек. Население ежегодно растет. В 2020 году свои двери распахнула новая школа одного из густонаселенных районов. Состоит она из трех блоков. Первый блок – это учащиеся начальных классов. Второй блок, где мы с вами находимся, это учебные кабинеты среднего-старшего звена. Проектная мощность нашей школы составляет 300 мест. На момент открытия у нас было 270 учащихся, на сегодняшний день 429 учеников. Из них 196 детей – это учащихся начального звена. В новой школе есть также индивидуальные шкафчики для начального звена, и открыть их можно с помощью такого браслета. Он электронный. Мы его подносим к двери, и можно открыть. Педагогический состав новой школы формировали из учителей, экспертов и исследователей. Как вам преподавать в новой школе? Ну, хорошо, приятно, когда все новое, все вокруг светлое, красивое, чистое. И ученики также приходят уже как бы, ну, с настроением таким. И сам ты заходишь в школу, у тебя уже настроение поднимается, настраиваешься на рабочий лад, на позитивной ноте. Для лабораторных работ у нас микроскопы и наборы для лабораторных работ. Гербарии, вот, коллекции растений. Насекомые, я смотрю, есть. Коллекции насекомых. Спортзал, да, оснащен всем инвентарем, который необходим для проведения учебной деятельности. Это и лыжи, и то есть мячи, ну, все то, что необходимо для урока физической культуры. Видим, что техника безопасности тоже соблюдена, потому что батареи, они все скрыты, они не открыты для детей. Расскажите о предмете цифровая грамотность и насколько она необходима в начальном звене. Предмет цифровая грамотность у нас сейчас введен уже с первого класса. В первом классе начинается уже со второго полугодия. Я думаю, что в настоящее время предмет цифровая грамотность очень важен. И очень важно развивать эти навыки цифровой грамотности уже у маленьких детей. Так как, ну, мы с вами знаем, да, что век цифровизации, сейчас буквально у нас все, да, электронное, вся информация электронная. Посмотрим, как ученики начальных классов осваивают новый предмет. Как тебя зовут? Махжан. Махжан. Как Махжана Жумабаева тебя зовут? Нет. Махжан Жайлаубай. Как? Жайлаубай Махжан. Жайлаубай. Нет, а я говорю, вот Махжан Жумабаев был такой писатель известный. Тебя в честь него назвали? Да. Что обычно ты рисуешь в Пайнте? Ну, я все закрашиваю черным. Почему? Ну, так удобнее. Рисовать на черном? Да.
Образ люблю. Интересный подход. Знаешь, я не умею рисовать на Пайнте. Может, ты меня научишь? Мастер-класс от Махжана. Вот чтобы полностью закрасить, нужно на это ведерко. На потом, это ведерко? Да, на вот, вот так. Это. Ага. Теперь... И потом любой цвет можно отсюда выбрать. Я хочу розовый. Можно потом, розовый? Да, и потом... Розовый стал. Красиво. А теперь что можно сделать? Ну, на нем можно рисовать или, допустим, вот такие формы убрать. Ну, в принципе, готово же все. Все, тебе понравилось? Да. Опиши свою школу в трех словах, Махжан. Круто, весело, интересно. Круто, весело, интересно. Как и наш выпуск. Нормально. Дети в свободное время посещают дополнительные уроки. Для факультативных занятий учителя разрабатывают отдельные планы. Мой график до обеда. После я провожу детям внеклассные занятия. Желающих очень много. Старшеклассники чаще выбирают предметы химия, биология для сдачи ЕНТ. Это моя дисциплина. Сейчас я учитель-эксперт и для повышения квалификации готовлю учащихся к научно-практическим конференциям и олимпиадам. В школьные кружки входят и занятия в медиашколе. Мы ставили перед собой цель снимать качественный контент. С другой стороны, этот кружок служит профориентацией для школьников. Большинство в будущем хотят связать свою жизнь с журналистикой. Изначально мне классное занятие посещали всего семеро, сейчас больше. Мы запустили разные рубрики. Возможности школы также позволяют записывать интервью. Могу обратить ваше внимание, что здесь есть профессиональные фотоаппараты для детей в школе. Есть софтбоксы, также здесь монтируют и даже есть штатив. Но помимо этого... В школе есть настоящие дроны, где дети могут тоже их запускать, встроенная видеокамера, и делать самые профессиональные репортажи. Вот на что сейчас способны современные школы. Медиашкола учит учеников прям вести себя перед камерой прям спокойно, чувствовать себя уверенно, и в дальнейшем, мне кажется, поможет при выборе профессии. Расскажи, вот где ты до этого училась? До этого я училась во второй школе и перевелась сюда. И когда открылась медиашкола, я сразу же начала сюда приходить. Вот, на протяжении 3 лет я уже здесь и научилась много. Теперь ты рада, что медиашкола и твоя основная новая школа – это все в одном здании? Да, очень. Расскажи немного о своей программе. О своей программе. Я веду, вот, как сказали, Сырлы-Сахбат с гостями. И могу сюжеты снять. Поначалу я снимала сюжеты, а сейчас снимаю вот Сырлы-Сахбат. Особое внимание в школе уделяется и выдающимся личностям нашей страны. Например, по школе везде можно увидеть баннеры и прочесть о них информацию. Но самое интересное – это контраст и интерпретация современных технологий в слова назидания. К примеру, все 45 мы можем прочесть в электронном формате. Для этого мы наводим камеру на QR-код и можем открыть любое слово. При этом информация доступна и открывается с помощью интернета. Каково быть директором новой школы? Потому что обычно первые руководители, они запоминаются. Конечно, очень сложно. Сложно почему? Потому что это огромная ответственность ложится на плечи. То есть, начиная с подборки кадров, да, когда школа открывалась, заканчивая полностью всем учебно-воспитательным процессом, сначала нужно любить свою профессию. Ну и, конечно же, это помогает преодолевать, ну, все то, что складывается, да, какие-то вот сложные моменты. Поэтому это большая ответственность. Оснащение Бескольской школы соответствует всем требованиям. У педагогов и учащихся есть доступ к высокоскоростному интернету и популярным образовательным платформам. Школа хоть и открылась сравнительно недавно, но уже занимает ряды лучших учебных заведений района.